Что? Чтобы было 4 вместо 3. Привет всем. Сейчас я вам любимую тачку покажу после этой Феррари. Смотрите, какая тачка. Цвета морской волны. Мне бы здесь не упасть. Добра. Привет! Да. О, ребят, я не знаю. На улице тоже встречаются, бывают в ряд припаркованы. I leave, she is a guest. Спасибо за лайки. Что это? Макларен. Спасибо, кто-то там вообще очень много лайков ставит. А внутрь... я бы не стала. Я очень неуклюжий человек. Это может мне стоить несколько миллионов долларов. Так, Агера. Наверное, это вот это, да? Макларен. А ну смотрите. Здесь я не вижу цены. Наверное, он где-то есть. Это не Агера. Морского света. Я до нее потом дойду. Lexus. Это Alain Класс. Alain Класс Моторс. Это салон. Ламборджини. А, да, здесь классно. Я уже здесь второй раз. Авентадор. Да. Нет, я вообще не разбираюсь в машинах.
Вот, кстати, название Al-Ain Class Motors. Спасибо большое, всего хорошего. Фордик. Самая дорогая тачка там в углу, накрыта красным. Феррари уже продано. Вторая самая дорогая, это которую я в самом начале показывала, цвета морской волны. Здравствуйте. Ой, да. Не знаю, чуть лень в последнее время. Я уже перестала везде карточки покупать на интернет в каждой новой стране. Приветик. Костя, показать тебе крутую тачку. А, такой возможности может и не быть. Да. Сейчас я покажу свою любимую тачку. Самолет на взлете можно, когда я буду пассажиром. Может быть, это будет в мае. Во время работы я не могу пользоваться телефоном. Я, даже не в этом, мне совсем не лень для вас что-то снять. А когда я сама летаю как пассажир, я могу поснимать. Макларен. Сейчас покажу свою любимую, я иду. Там голубая в конце с дверями. Тут либо ты платишь по факту, либо с предоплатой. С предоплатой ты заключаешь контракт на 12 или 24 месяца. И как бы, самые выгодные тарифы, когда ты по предоплате. Это контракт.
У меня контракт на 12 месяцев, я плачу 100 дирхам в месяц. У меня 2,5 гигабайта информации мобильной. И звонки очень много минут, и даже международные минуты на международный телефон звонить можно. Вот моя любимая в долларах. 100 раздели на 3,6. Все, показала свою любимую тачку. Ладно, ребят, я пошла.